сейчас мы с вами рассмотрим аккорд ля минор. Почему-то многие называют его блатным аккордом, хотя с таким же успехом можно назвать блатными все остальные аккорды. Возможно, потому что многие блатные песни, произведения играются с использованием этого аккорда. Вот он, аккорд ля минор. Давайте вместе с вами разберем, как он берется. Я уберу, чтобы не мешался нам тюнер. Значит, смотрите, первая струна у нас играется открытой. Дальше. Первым пальцем мы зажимаем первый лад на второй струне. Далее. Третьим пальцем на третьей струне второй лад. И на втором же ладу на четвертой струне ставим второй палец. Пятая струна у нас открытая, и опять-таки с пятой струны мы играем аккорд ля минор. Он обозначается АМ. Вот он у нас аккорд ля минор. Можно его играть с использованием различных видов переборов, арпеджио и так далее. Второй вариант, каким можно образом взять аккорд ля минор, опять-таки мы зажимаем пятый лад. И если, когда мы играли с вами аккорд ля мажор, мы использовали второй палец, зажимали на шестом ладу на третьей струне, то в данном случае мы его оставляем свободным. Зажимаем только четвертым пальцем, мизинчиком на седьмом ладу четвертую струну, и на седьмом же ладу пятую струну зажимаем. Тут у нас будет нотка ми, где мы зажали. И вот получается, опять-таки, простите, играем все шесть струн. Аккуратненько пальцем зажали, чтобы у нас не было дребезжания. Вот у нас получился аккорд ля минор на пятом ладу. Итак, у нас существует в данном случае два варианта, каким образом можно взять аккорд ля минор. Это первый вариант, и на пятом ладу.